Сейчас замер, потому что Даня Атаев, смотри, оператор на поле, он в платье. Он проиграл какой-то спор или что это? Такое вот начало на канале Нечай. Не очень рад вас всех видеть. Сегодня матч Амкал-Тудроц. Я уже рассказывал эту историю, может быть, кто-то не слышал, но я не могу вешать микрофон на амкаловцев и на тудроцев. Эмоции будут не только на поле сегодня, но и на трибуне. Поэтому я микрофон повесил на себя. Сегодня я смотрю матч на трибуне. И, по сути, это такая реакция на матч трибуны без футбола, потому что футбол, микрофон на поле на Антохе чужом, он снимает на свой канал себе. Тудроц снимают, Егоров точно что-то выпустит. Основной контент с трибуны постараюсь забрать я себе, учитывая, что сегодня в зрительном зале будет очень много людей с разных городов, с разных стран. Блогеры приехали, сейчас будем узнавать, кто за кого болеет. Ну и в целом покажем, постараемся показать вам все эмоции. Так, ребят, у меня микрофон, если что, у меня микрофон. Да хорошо, отходи от нас. Чего, блядь? А что не так-то? Вы чё? Алло, чё? Кто победит? Вы чё начали? Давай, блядь. Сначала, пацаны, Оставь. Вы чё, блядь, напали? С амкаловцем. Здорово. Да так не по-братски, просто вот так. Подожди, а вы все за Тудроц сейчас? Да, я за Тудроц. Да он только что говорил за Тудроц, блядь, чё ты? Стоп, если выбирать между... Ну сейчас матч какой? Смотри, если выбирать между... Я против Амкала же не пишу, что там все, типа. Ты ко мне ближе микрофон, да, Павел? Конечно. Я против Амкала только из-за пару человек. Типа мне поэтому Амкал не нравится. Пара человек? Какие? Уже пара? Ну, не сегодня. Не сегодня. Не сегодня. Я это оставлю для Егорова. Серьезно? Да нет, конечно, блядь. А ты сегодня за кого? Братан. Я сегодня за красивую игру. Ты сегодня за кого? За красивую игру. Я уже придумал, что отвечать. Амкал Тудроц – это некрасивый футбол. А Эрик что, побрился, постригся? Не, ну а если не будет? Да нет, на самом деле, дружище, так усилился. За год такая большая разница. Кто усилился? Да все. А, очень смешно, что я недавно узнал, что ты, оказывается, играл на МКС же за Амкал, и ты не знал, что это МКС. Да, нереально. Привет. Я смотри, я такой закрытый. А чего? Можно сразу? Что, иного увидел, обрадовался? А? Ну да, я даже рад. Он обрадовался Шуйнову. Привет. Я сказал, что приеду ради того, чтобы обняться. Блять. Я пытался избегать обнимания с ним, но он сказал, я приеду. Да, я приеду из Минска, из Беларуси. Ты сегодня за кого? За Тудроц? Ну, я в не больше верю. То есть ты за сильнейших просто решил? Ну да, да, да. О! Знаете, что сейчас интересно посмотреть? Сейчас, когда будет рукопожатие, здорово, пожмет ли Сибскана с Ковалем руки? Сейчас, как в МЮ может быть, Эбра, когда, помнишь, с Луисом Суаресом не жали друг другу руки? Бля, вот это заруба, сука! Пока ничего не происходит. Ну, бля, ну какая, какая заруба, я ты о чем? До двух крапов. А ты за кого, кстати? Я за Тудроц. Там же он старший. Ну, младшего я больше знаю. Ну, ты знаешь, как выбирать, мама или папа? Вот такая история. Поэтому, скорее всего, мама. То есть, младший – это мама? Да. Не, ну, на самом деле, я матч очень долго ждал. Да? И я еще больше начал А мне, ждать. Наоборот, знаешь, по ощущениям, кажется, что очень быстро как-то все дошло до этого. Я еще больше начал ждать, когда понял, какие реально крутые команды собрались. Да. Составчики, короче. Это вообще не тот футбол. Но у них вот, у Тудроц только потеря, что Бортник заболел. Да, да. Два ЦЗ-шничка там такие бы были. Ну, тут тоже ЦЗ с одним глазом. Да, да, да. Так что... Пошли, пошли. Пошли, пошли! Вот они, машины! Контента! Не будет рукопожатий! Серьезно? Мне кажется, не будет. Так. Физкульт-приветы. Так. Не так. Будет. Не будет. Блин. Вот персональный футболист. Не будет. Рукопожатий не будет из-за ковида. Ё-моё. Обращайся. Чего обращайся? Ты мне все испоганил, блин. Ну, естественно, вы все хорошо знаете, что если бы не Фонбет, не было бы этого ролика, но если бы не Фонбет, этого турнира бы всего не было, потому что это МКС Фонбет, ё-моё. Фонбет всегда вам поможет, если вы перейдете к ним в приложение, может дать вам прямые трансляции матчей, бонус до 15 тысяч рублей. Естественно, Фонбет является официальным партнером множества топ-клубов. Переходи по ссылке внизу в описании и регистрируйся на Фонбет. О, смотри, там горят, ебать, МКС.
Ну, бывает, люди такое говорят. У краба шнурок развязался. Краб, шнурок развязался, краб! Левый ботинок у него развязался. О, смотри, видишь? Подсказ работает, работает. Я, кстати, инсайт рассказываю. Заходил в тубзик Амкала попысать. И Жене что-то перематывали руку, он, у него что-то она болит. Он говорит, я даже не уверен, выйду я сегодня или нет. Ой, уйя! Уйя, блядь! Ай, блядь! Олег, дрожу! Блядь! Не боли! Да, блядь! Да не боли, Олег! Блядь, спритык! Блядь, он спритык у Валана и в перекладину попал! Дружак, дружак. Ой! Вид! Блоки не спасли! Да! Блоки не помогли! Тащи! Я бы сам говорил! Витя, Витя заслужил! Ой, блядь! Сука, блядь. Он что, его из LFL что ли притащили? Кто, что это за игрок вообще такой? Здорово! Пенальти, че там такой, Тёмыч? Пенальти что ли? Че ты, блядь, переоделся? Эй, иди, блядь, интервью записывай с Дрожжуком, бля, ё-моё. А почему не с тобой? Мы переходим всем на спорте. Ты мне ничего не закрывай тут. А че ты у тебя, Амкал? Мы Амкал, а вы нет! Витя Блатов может дубль оформить сейчас? Вообще может, блядь. Что за матч? Что пацаны, сложно, если Блад, да, забивает, то он меня перегоняет по бомбардирам, кстати. Ну, давай молиться, чтоб не забил. Три. Ну не, ну не знаю. Мне кажется, штанга левая. Ой, прям в угол! Вот отличный удар. Ну, смотри, люди кричат вперед, Амкал. А, бля, понятно, а вы для всех вперед, блядь. Жесткая история. Парни, я в ахуе. За кого болеете, парни? Я? За Амкал. За Амкал? Да, да. Кого не спрашивал, все за Тудроц. Просто я рядом стою. Я сейчас отойду, подожди, он тебе ответит по-другому. На спорте тоже ничего. Володь, а что, он в итоге Тудроц сейчас сказал? А он сейчас Тудроц сказал? Сука, он сказал реально на ухо Тудроц. Смени футбол. Попроси на Локомотивскую. Не можешь буду я ничего менять. Можешь я тебе что-нибудь дам? Смени. Да у тебя у самого в футболке Амкала в шкафах, блин, да, штук 6. Ну это в шкафах. Не на мне. Он же в них не ходит. Да. На добивании Жека Спиряков не смог захватить мяч. Ну, сейчас самое время Райзена узнать, о чем он говорит. Кстати, Спиряков... Жене жалко. Хоть и жидкие руки, но жалко. Не, у Женька... А что он сказал? Хоть и жидкие руки, но жалко, нормально пройти? Хоть и жидкие? Жидкие руки, типа. Ну, Володя, ты умеешь человеку, бля, настроение прибавить. Да, но он же не смотрит. Да что ты ко мне пристал? Ты меня голым хочешь увидеть? Ты что, извращенец, что ли? Ты что меня раздеваешь? Штаны еще с меня сними. Ты чей? Ну, какова красота еще так? Чей ты? Амкаловские. Случайно. Ой, гол! Гол! Все из-за тебя, ты пришел, блядь. Ой, сразу конец первого тайма. 3-1, это хорошо, конечно, после первого тайма. Ну что, получается, второй тайм у нас начался. И из новостей между таймами мы успели записать. Какой-то чувак принес фейерверк, я не знаю, что это такое, пфф-пфф, выстреливает. И на них очень жестко орали ребята из Тудроц. Ну, в целом, правильно делали, потому что, ну, вообще, за это, мне кажется, по жопе могут надавать. Поэтому, ну, в целом, все нормально прошло. Матч продолжается. Этот футбол качественный? Спокойный, классный футбол. Нравится? Почему-то меня все спрашивают, за кого ты болеешь сегодня. Так меня тоже, и я когда говорю Амкал, все такие, типа, а почему не Тудроц? И я сейчас тоже, меня Весна спросила, которая за Димулькина всегда играет. Yeah. Болеет, я говорю, за Амкал. Ну, она выкрутилась такая, не, ну я имею в виду конкретно, я вот за Димулькина болею, я такая. Блин, я не понимаю, что это у всех какие-то странные условности?
Не, я просто не понимаю, почему. Видимо, у всех какой-то есть свой стереотип. Ну ты же типа там с Егоровым. У меня как у тебя кровь осталась. Да, ты жесткая. Да причем, видимо, никто не понимает, что я с Егоровым вообще каждый день переписываюсь. Типа всем кажется, что если в Ютубе что-то сказал, значит мы теперь враги. Да. Привет! Как дела? Нормально. Как тебе футбол? Нормально? Не скучно? Замкал болеешь? Точно? Мой брат болеет еще. Твой брат тоже? Он каждую игру смотрит. Вау, а ты? Не каждый? О, нифига! 32 номер у Тудроц, у него на спине Сиба написано. Сиба, прикинь. Давай, 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 гол. Причем, видишь, там валяется Амкаловец. Сейчас будет аналитика от Татьяны Мингалаймовой. Это длинные забросы. Да. О, смотри, уже там что-то опять началось. О, Некит с Маврином. А Маврин любит пихаться, кстати. Маврин, который бронзовый бист, тренер. За Амкал. Не, вот этот белобрысый, который маленький. 31 номер. А ты за Тудроц или нет? Если выбирать между Амкалом и Тудроц, я за Тудроц. Почему? А почему я должен быть за Амкал? Потому что я оттуда. Ну и с катертью дорога. Такая себе причина. Вот поэтому он и за Тудроц. Что значит такая себе причина? А что за причина? А я, блин... Ну я за Аланию переживаю последнее время. Болит. И сейчас карточку не даст. Маврин? Вот это, блядь, судья, который на Хочу вам кал был, блядь, это этот тип. Что это за... этот, блядь, судья, да? Типа какая двусторонка, что ли? Да, 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 это он. Не знаю. Типа срыв атаки, сзади человеку по ногам бьют, это не карточка, блядь. Похуй, забейте им, блядь. Блядь, забиваем, блядь, краб, бей по ебаным воротам, блядь. Давай! Блядь, давай, дайте на подборе, ебать, сыграйте! Вот там болите все! Ну ладно, блядь, сука! О, да, свистывают Коуля. Как только он передачу, мяч получает. И он сейчас ошибся, и трибуны начали аплодировать. О, блядь, сколько же Маврин, блядь, может... Даже Прокоп успокаивает. Да пиздец, уж сколько можно. Маврин уже, по-моему, уже кому-то там со скамейки говорил, ему что-то говорили. А Маврин это тренер, правильно? Бестов, да. Ну и Амкала. Амкала тренер? Ну он, да, он типа играющий тренер. Блядь, ты сейчас сознание потеряешь, тормози! Нахуй, я знаю, что это за тип. О, Форзяр! Форзяр вышел! Вперед, Форзяр! Вот сейчас я полез за Форзяра персонально. Минута. Форзяр, беги! Блять! Блять! Форзяр, ты лучший! Все, можно матч заканчивать? Пиздец, у нас с тобой борьба была на втором этаже, как будто, да, да. Охереть! А ты сейчас переживал за Форзяра, Тём? Форзяр! 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 Давай! Сука, ты сёпа! Блин, если честно, я немножко начал уже болеть за 3-3, чтобы был пиздец, прям трагедия, битва и эмоции. Чтобы они все в финале решили. Ну да. Чтобы трилогия была с многоточием. У Райзена села камера. Ему нужен рупор, где он будет комментировать. Сейчас забьют. Давайте. Сука. Эксклюзивные кадры. Бля, даже из-за тебя, такой. Блядь, больше не приходи на матчи дротов, блядь. Не чай, блядь. Тебя не было. Два мяча, два матча, 2-0, сука. Давай, зацепи, этот сам бей. Этот сам бей, сука. Ты выглядишь как пьяный болельщик какой-то. Нахуй, блядь, ебаный. Ну смотри, они время еще тянут. Твои, бля, кенты, бля. В форме Амкала, блядь, он пришел. Я просто удивляюсь. Главный болельщик. Нахуй ты шлешь Амкал, нахуй. Ну. Помнишь? Ну.
блядь, с вами полка, с половиной команды вас даже, блядь, за людей не считают, не здороваются, блядь. А я вас нахуй послать не могу, блядь. Не, братан, так не считается. Давай, 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 давай. Хорошо. Нет. Борис, до конца. Чё ты, блядь? Что там было? Ты чё? Су, это ебаный рикет судья. Он каждый матч это там консультит, блядь. Откуда он? Кто это, блядь? Блин, Коваля свистывают вообще, пипец. Почему не надо, блядь? Как уходить в другие команды? Ты ушел в ФК деньги, в общем. Ну что, я с кайфом, все, нормальный клуб, блядь. Слушайте, ну мне кажется, после финального свистка будет какая-нибудь толкучка. Маврин точно еще подойдет кому-нибудь, стопудово. Не, скорее Некит пойдет к Маврину. Да там все друг к другу пойдут, и кто-то окончательно не выдержит. Блин, ну капец, конечно, да. Все это так разрослось, какие-то реально уже кричалки, ультрасы свои. Так, все, финальный свисток. Давайте следить за полем, что выходит, происходит на футбольном поле. Иваныч обнимает Спирякова, успокаивает нам на бровочке. Прикольно, эмоционально. О, Коваль, смотри, не жмет руку Сибскани. Коваль общается, левее, левее, Дань, левее. Вон, Коваль общается с Даней, Сибыч протянул ему руку, и Коваль отказался. Коваль не... Да, сам протянул руку ему. О, еще раз, смотри, тянет ему. Все, отказался. А, вон, смотри, с Васей Маврином очень многие разговаривают. Сибыч протянул руку Ковалю, и Коваль не пожал ему руку. Маврин со всеми ссорится параллельно. В шоке, что Коваль не пожал руку Сибычу, хотя Сибыч протянул ему два раза руку. Да он попытал еще минут 15 назад. Ты доволен, что Амкал выиграл? Да, а чего я должен не быть? Все, что мы смогли показать, мы показали. Не знаю, насколько это интересно было, но для нас это было эмоционально. Если вам понравилось, говорите. Надеюсь, показал вам все эмоции на трибунах, которые мог. Все, всем пока.